Всем здорово, это Конан. Первый раз зашел в игру. Сейчас посмотрим, что это за игруля. Что нам предлагают разработчики за 900 рублей. Здорово! Ничего такая. Да ладно, не дерись, что ты дерешься-то сразу? Блять, я упал. Я же не хотел падать. Можно твоим костром? Я сейчас спрыгну, потеряю здоровье. Нет. Понятно. Здорово. Привет. Что делаешь? Мясо пытаюсь добывать. А что тут делать? Крафтить, строить, выживать. Что-то не очень получается, я лагаю. Да, сервер лагает, все лагают на нем сейчас. И это за 900 рублей, которые я только что потратил? Ну, это... да. По-моему, это даже не официальный сервер. А, ну все понятно. Так, я сделаю топор. Сделаю кирку, а мне веток не хватает. Давайте вместе выживать. Я так понял, в этой игре в соло нереально выживать. Особенно в таких лагах. Да я своих пытаюсь найти. Нас там тёлка одна перебила, я пытаюсь найти народ. Они там с радостью любое количество. Где-то по берегу они бегают. Ясно. Так, ну что мне надо? Мне надо что? Да. Мне надо ветки. А где ветки взять? Ну, логически они должны быть деревья. Как? Опять меня нет. А нет, есть на карте. А, вот так же. Дерево, дерево. Ветка, две ветки. А, ну вот. Ветки можно подбирать, получается, и с деревьев дробить. Все. Так, 20 камня, бечевка. Крепцы от бечевки. Это что? А, подбирать надо. Окей. Вот лагает. Сколько у меня камня? 14. Нет, ну так неплохо, неплохо, прикольно. Это здесь прикольно. Ну, судя по тому, что игра сырая, да, она вышла пару часов назад. И неплохо, что-то есть, что-то можно делать. Я помню, когда вышел Rust Legacy, да, еще. Там просто был один остров, и все. И просто ничего нельзя было делать.
ходил народ на сервера. Просто на одном острове там 50 человек стояли и ничего не делали. Просто там не было крафта, не было ничего. Абсолютно. Но тем не менее. Игра стала популярной, и рабочие занимаются. Я думаю, и у этой игры есть будущее. Так, это что? Ветки соберем. Вот лагает, лагает. Но это сервер, парень сказал. Тоже думаю, что сервер не игра. Ломается вообще, нет? Это только топор ломает. А это... А, нет, сломал, смотри-ка. Я ничего не получил. Ветки. Мне надо бечевки. А бечевки у нас делаются из... Из волокон. Волокон где взять? По-моему, из кустов. Слышь, чувак, как дерево сделать палку? Что сделать? Я не понял твоего вопроса. Чё ты хочешь? А, вот волокна. Чё-то какую-то палку из дерева, говорит, как сделать. Зачем тебе палка? Он замолчал, странный какой-то тип. Ладно. Семена. О, семена. Тут сажать можно разве? Серьезно? Камень рубится? Тут все лутабельные, интересно, камни или нет? Если все прям, то прикольно. Железная руда даже есть. О, даже этот большой лутабельный. Ничего себе. Прикольно. Ух ты, ёпт. Он большой. Так, что-то у меня это, короче, я хочу пить, и мне нужна вода. Я совсем забыл, что я сейчас опять начну умирать. Чувак застыл на месте. Так, а что там надо сделать, чтобы покушать? Мясо надо. Ну, это понятно. Изучить рецепт. Уровень третий нужен, я уровень третий. Ну и что? Доступно 0, потрачено 2. Потратить очки знаний на изучение рецепта. Строительство. Вот выживание. Копье есть. Арбалет. Огненные стрелы. Сабли есть. Есть же тут оружие, вот. Прикольно, но дальнобой он... Ну, кроме арбалетов. Ну, понятное дело, тут нет ни калаша, ничего такого. Это же такое... Варварские времена. Здорово! Здорово, тип! Кто-то побежал куда-то. И вообще костер нужен. Получается, мне надо получить опыт. А опыт у нас животных. Я так понимаю. Вон там какой-то чувак. Домики стоят. Ничего себе, сколько домиков. Прикольно. Это чё? Травяное ложе. Не знаю, что это, но это похоже на спальник. Это типа такого. Вон чувак что-то строит. Здорово! Здорово, здорово. Дай, пожалуйста, кусочек мяса пожаренного. Один, пожалуйста. А то я сейчас умру, у меня это, еды нет. Держи. Забрать.
убрать все. Спасибо. А ты можешь сделать бюрдук? Я тебе ресурсов дам. Стой, стой, тут какой-то чел, блядь, появился. Чел. Да ладно тебе, иди. Чел. Все нормально. Успокойся. А нас нормально. Хочешь? Конечно так. Мешок с вещами, а что тут есть открыть? Потухшее мясо? Не надо, спасибо. Так он мне дал мясо, надо покушать. О, поел. На дачке. Сделай бердук, пожалуйста, я тебе ресурсов дам. Что там требуется? Может, я могу сам посмотреть, что требуется? Нет, не могу. Да сейчас я скоро уже делаю. Хорошо. Ну, добрый чувак попался какой-то. Помог. Дал кусочек мяса. У меня цвет волос меняется? А, нормально. То есть под текстуру, смотрите. А, это или типа свет так падает. Нет, облачка прикольные. Небо, да, классное. Не поспоришь. Прикольно движется, все, солнце светит. Классно, классно. На! Вот. Держи. Все, спасибо тебе большое. Не за что. Ладно, пойду я пробовать что-то делать. Тебе тоже спасибо. Все, я попил, покушал, надо идти убивать, делать. Опыт, короче. Где тут собрал? А где звери все? Кого убивать-то уровень, как получать? Мне дают уровень за то, что я ломаю дерево. Сейчас посмотрим. Нет. Блин, вот откидывать. О, заяц, давай заяц ловить. Заяц, здорово. Прости. Мне нужен опыт. Кто-то что-то ломает, я слышу. Да ладно тебе! Да хорош, ты чё? Кто это? Пошел ты в пень. Охотник на шлюх. Я понял. Меня бьет охотник на шлюх. Да отвали ты! Школьник, школьник. У меня нет ничего. Ну, я, естественно, пизжу. Блять, он до сих пор идет за мной, он меня бьет. Сука. А как он заебало. Мне такой оделся, скрафтился, значит, уже, да? Нормально. А у меня нет нихера. Ни меча, ничего. Даже костер не могу сделать, чтобы пожарить себе еду. Потому что мне не хватает очков. Эй, медведь, сагрись на него. Неадекватные школьники не дают поиграть. Все, отстал. Наконец-то. Теперь у меня нет жизни. Конечно. Курсь насекомых? Я могу ее кушать. Позволяет заморозить червяка хотя бы. Заморозить червяка. Низкое качество. Расходуется ингредиент. А что с костями делать? Кости обломанных костей, людей и животных. А, у меня еще яичко есть.
Я еще яичко могу покушать. Семена. Небольшой семян растений. Мелисные. Эти мелкие семена можно встретить в порошок и съесть в виде кажется. Круто. То есть я могу их еще и покушать, да? Ну-ка, сейчас проверим. А где они, блядь? Зачем я их выкинул? Ну-ка, берись. Как их в порошок-то стирать? Я выкидываю их зачем? Что такое задержка? Ладно, я понял, короче, что-то не то. Окей. Мне надо кого-нибудь заколбасить, вот. Я смогу не заколбасить, интересно. Давай попробую тебя забить. А ты будешь меня бить, нет? А что он не дерется? А нет, дерется, блядь. Так, ну мне нужен опыт. О, хорош, кость. А если топор возьму, что буду тропать с ним? Ура. Яичек. Во, миско. Миско подъехало. О, зайчик. Да что такое? Вы получили уровень. Ну вот, отлично. Надо что-нибудь вкачать. Рецепты доступно один. А что, каждый лоб по одному дают? Конечно, костер мне нужен. В любом случае. Фундамент, потолок, дверь, молоток. Круто, круто. Что еще есть? Это что? Колонна. Колонна сделана из песчаника. Материал. Ник. Нет. Легкий нагрудник. Защищающий. Торс. Лук. Каменный кинжал. Ну ладно, понятно. Так. Камень. Ёпты, что это нахуй? Червяк. Под камнем червяк, я же обосрался. Что ты подберешься? Жирную личинку я подобрал. Что мне с ней делать? Прикольно то, что тут все камни лутабельные. Не, прикольная игрушка, прикольная. Я не жалею, что купил. Это вообще классно. Серьезно. Такого еще не было, выживалка в варварском времени, то есть там, без оружия, без всяких калашников и прочих ерунды. То есть лук, арбалеты, там топоры, секиры, мечи, алебарды, вот это классно, серьезно. Так, где тут ходил гном, вот он. Там чей-то домик стоит. Вот сюда. Эти надо сломать. Ну вот чуть-чуть, да, не продуманный что-то физика. Вот где его анимация, то что он берется. Я не вижу анимации. А если открыть его? Так, у него есть. О, миску добыли. Так, вот это лутабельная, так, да? Да, волокна. Волокна надо. Ты чё? Этих кустов насекомые. Я понял. Интересно, я могу? Сломать ему дверь. Я сломал топор, кирку точнее. Мне надо ее починить. А что, я открыл, она сразу починилась? Как? Ой, я могу еще и кулаком просто бить. Вообще я хочу с Ай кнопку перевязать на другую. Можно не так сделать. А где я? Почему нельзя? Где Аль?
Показать скрытое снаряжение. Тап. Вот так удобнее будет. На тап не удобно. А скрыть. А, мне надо, чтобы оно и закрывалось тоже на тап. Не открывается. О, так быстро утро, ночь такая быстрая. Почему не открывается сейчас? Не совсем понял. Показать скрытое снаряжение. Тап. Применить. Тап нажимаю, и оно не закрывается. Типа сделал, что надо, эскейт нажал, закрыл. Ну ладно, так тоже пойдет. Так. Домик пацан себе сделал, а зайти я в него, естественно. Заяц, ты телепортируешься или прыгаешь? Что с тобой? Ну что? А, уже убил. Окей. Кость. Мелкая дичь. Мне что надо на топор? Тап. Не надо. Бечевку. Чтобы сделать бечевку, надо мне растительный волок. Круто. Так, ну все, крафтится. Можно побегать. Пока полутать. Сделаем все. Меч или что там? Это типа того. Что качать, я не знаю. Дополнительные очки, но я не знаю, что качать. Вот это громило, что это? Это мне надо, нет? Вот ученик, каменщик. Это строить дом. Ритуал нож жрецов света. Комментирует кинжал для ритуальных убийств. Что это, я вообще не понимаю. Виртуальное ощущение. Подношение какое-то. Что это? Какие-то ритуалы тут надо делать. С кем это делать? Я слышал, что тут парни разговаривали. Тут можно делать детей. То есть. Что вот надо? Можно делать детей. Сказал, надо девушку и мужчину. Ну, как обычно. Волок. Они там вдвоем. А это кто, реально люди или мобы? Потому что я встречал мобы. Сишник. Мне интересно. Так, я еще раз. Это ребята, потому что стоят. Инвентарь, меню. Назад сдаться. Что, сдаться нет? Суицид, наверное? О, червяк. Здорово. Червяк, а что их кушать можно? Я голодный, хочу сечь. Листья, алоэ. Хорош. Так. Ну все, могу сделать теперь себе топор. Так, что, тебя кушать можно? Отвратительное, но съедобное. Хорош. Так, ну у меня что покушать есть? Сейчас покушаю. Мелкая дичь. Сырое мясо мелких зверей и птиц. А что, у меня мясо тухнет? Что можно делать с тобой? Листья корючего растения с целебными свойствами. Что-то лечит, походу.
Да, можно, прикольно. Ладно, кости пока оставим. Я знаю, что в расте они не нужны, там, для костяные ножи идут. Все. Что тут они делают? Я не знаю. Так, ну все, я крафтим. Так, давай принесем на первый. Да, это сюда. Здесь бульдог будет здесь. Что еще мне? Щит можно сделать. 16 дерева и 8 бичевок. Ладно. Надо уровень повысить, короче. Надо повысить уровень. Надо кого-то убить. Я вот их раздамажу, интересно. Мне 163 камня, ни хрена себе. Вот я дал. А их трое, я их не убью. Но это мобы, они не двигаются, стоят. Мне бы кого-нибудь попроще бы. Чат пишет, добавил рейд на сервер. И лично ДХЗ. Что-то я не вижу, чтобы они были вижу. Ну, вот с дерева я по 3 рубил, сейчас проверим. Ну, так же все. Кто это? А, ты настоящий? Я думал, это ты моб. Стой, стой. А что, есть мобы еще? Ну да. А как определить их? Никак. Есть только вплотную подойти и посмотреть ник. У них имена есть, короче. И уровень. А, понял, то есть. Что-то бегает народ, мутит. Так, надо оленя уж. Иди-ка сюда, олененок. И куда он, блядь, пропал? Хорошая игра. А, вон он. Ясно, он телепортируется, я понял. Ёптать, вот это лаги. Как его замочить-то? Дерись уже. Ну что это за призы такие? Убил, вы получили уровень. Я топор отъехал. Чинить. А что на починку требуется? У меня олени руби, а не камень. Вот. Так, я получил уровень. Естественно, я вкачаю постройку. Изучить рецепты. Вот. Да. Деревянный сундук. Нет, а, есть стены. А, вот стена, ну все, я понял, разлогил. Все, хорош. А что это все в одну, типа, да, будет? Вкладок не будет, что ли? Так же это все изучишь, так же вообще будет жопа здесь, хер что найдешь. Фундамент на потолок и ковки. Я сделаю. А все будет. А вот здесь вот ставим долю. Так, оружие убираем из рук, чтобы быстрее бегать. Собираем. Так, это рубится. Так, хочу посмотреть дерево 3, а этим поскольку 20. Интересно.
А, так типа можно замахнуться и ходить, прикольно. Понял, дерево по одному дает. Лучше топором, естественно. А вот топором он уже не замахивается. Но можно бить другой. Еще дополнительно. Так, ладно, собираем бечевки. Так, я уже кушаю, скоро захочу. Что там? Бечевки хорошими делать 8. Вот 8 бечевок уже есть. Здесь и поставим домик сейчас. О, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, идем, идем. Давай драться. Вещи. Все вот так-то. Берем топорик и разделываем. Перегруз скоро будет. 5 уровень я уже. 157 камней у меня. Одна железная руда, дерево вон сколько. Прикольно, прикольно. А что-то опыт вот. Движение, ограничение, грузоподъемность. А вот этого перелиба на русский. Тут меткость, виталити, грузоподъемность. Голова, ну это броня, я понял, да? Защитный рецепт. Броня есть? Броник. О, броник. А, вот, требуется, чтобы сделать его надо. Броник. Ученик ремесленника. Вот у меня он есть. Что еще требуется? Требуется ткач. А где ткач делать? Вопрос. А, вот, ткач. Он сразу доступен тут. А, нет, тоже надо. Нет, стоп. А, да, могу сделать. Давай сделаю. А, волокна нужны. Окей. Соберем волокна. Сейчас построим домик и буду заканчивать. Посмотрю систему крафта. В смысле создания дома, постройки. Волокна 22, 24, 26. Плохо, плохо. Прикольно, прикольно. Игра мне понравилась. А, я двигаться не могу. Это что значит? Это значит, у меня перегруз. У меня мясо тухнет. А, я съел мясо? Зачем? Я же не хотел. А как отравление остановить? Может покушать тараканчик? Потеря связи с сервером. Вернулся к главному. Что-то с сервером, короче, случилось. Это случилось с сервером. О, какая здесь громкая музыка. Ну ладно, в общем, все. Наверное, на этом раз. Потеря сервера. Сейчас попробую зайти. Где чей собственный сервер, а где избранный? Избранные. А где он? Вот пропал. Все.
Что-то не вижу все равно. Ну ладно, в общем, все. Как включат сервер, я запишу и построю домик. И выложу также ролик. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилась игрушка и интересно, чтобы я ее снимал, обязательно ставим лайк.